Доброго дня всем. Леночка, можно, да? Сейчас, Да. секундочку, переходим к третьей части. Я хочу 2 секундочки обратить внимание. Для тех, кто позже присоединился, в записи первой части есть все объяснение, как проводить вторую часть. Поэтому, кто пропустил, опоздал, в записи первой части все есть. Подходите, подключайтесь, изучайте, практикуйте это. Запись не имеет времени использования, то есть вы можете делать, когда захотите, сколько раз захотите. Да, Ильяночка, пожалуйста. Леночка, хотела поблагодарить тебя от всего сердца, от всей души. Ты настолько мощный проводник, и еще хотела сказать, ты очень мощный учитель, потому что не каждый проводник может еще и обучать. Это очень важно. А ты умеешь еще и словом, и своими энергиями проводить и обучать людей. Это очень ценный дар у тебя, и возложена на тебя большая миссия, Леночка. Я тебя от всей души, от всего сердца благодарю. Ты такая мощная. Ты становишься все мощнее и мощнее с каждым разом, с каждой сессией. Я так счастлива, я так рада быть в твоем поле и быть со всеми вместе в одном поле. Я вам очень-очень всем благодарна. Дорогой Агате, огромная-огромная благодарность за ее волшебные звуки. Она очень мощный тоже проводник звуковой. Такие мощные потоки проводит. Я вас очень благодарю за все, Леночка. А практика это просто космос. Кажется уму, что это просто, что это легко. На самом деле это очень мощная практика. Это самая мощная практика, которую я где-либо видела, слышала. Такой практики я не видела нигде. Она уникальна. Я благодарю, Леночка, от всего сердца, от всей души. Очень мощные потоки шли. Видела и оранжевые потоки, которые шли от земли. И такие нежно-голубые сверху спускались потоки. Это было очень мощно. И сегодня очень мощный день. Очень мощные потоки идут от Солнца, от центрального Солнца. Нам такие потоки подаются нашей Земле, нашим людям. Это очень мощно. Благодарю. Леночка, благодарю от всего сердца. От всей души тебя благодарю. Еще хочу сказать, что ты сегодня очень красивая. Тебе так идет этот цвет. Ты сегодня великолепна. Благодарю, не буду больше задерживать. Благодарю, Леночка, тебя. Благодарю. Благодарю тебя, дорогая, благодарю, родная тебя. Благодарю. У меня прям слезы наворачиваются. Так ты прямо сказала, трогательно, так душевно, так сильно. Я очень признательна тебе, Элеонора. Я признательна всему нашему пространству, потому что именно в этом пространстве у нас есть возможность расти и обрести себя того, кого мы когда-то забыли. Потому что каждый из нас помогает нам вспомнить себя. Каждый. Каждый помогает увидеть себя, и каждый помогает своими энергиями. Да, я провожу, я портал, я знаю, что я управляю этим процессом, вернее, с помощью высших сил. Но вы такие же порталы и такие же проводники, очень-очень-очень мощные. И я мечтаю о том дне, когда каждый из вас откроет свой портал и будет проводить мощные энергии, и у нас будет огромная сеть порталов. То есть мы будем равнозначные, равноценные, мощные по силе, как творцы, и у нас будет сеть. И каждый организует свой канал, и каждый организует свою сеть. И мы будем в единой сети, мощные, сильные, проводить те энергии, которые нам передает Бог. Я вас благодарю искренне от всего сердца за то, что вы есть. Я действительно сейчас общаюсь с «Я есть» у каждого из вас. А личность тихонечко сидит и слушает. Я хочу поблагодарить Агату. Я понимаю, там у нее стройка идет, и не всегда возможно включиться в процесс. То есть, ну, бывают непредсказуемые моменты. Но там буквально через 20 минут у Агаты было прекрасное звучание. Я благодарю. Это мощная энергия. Агата
невероятный проводник, потому что там целая сборная есть, кто за ней стоит. Там и духи, и шаманство, и космические энергии, ну, там много чего. И поэтому у нее такие мощные энергии и мощные звукокоды. И вот все вместе она работает. Моей энергией, мой портал, ее, и плюс ваше подключение каждого. Тот спектр, который он проводит, у нас получается огромное квантовое поле. И вот именно мы сегодня запустили вместе это квантовое поле исцеления, чтобы вы понимали, что мы его создаем вместе. И каждый из вас его усиливает. Поэтому каждый из нас вносит тот вклад, который может нести на этом уровне. Но я четко знаю, что очень скоро мы расширимся, и у нас будет большее количество породников, большее количество единомышленников, которые усиливают пространство. Это нужно планете, это нужно человечеству, нам нужно удерживать вибрации. Нам нужно держать фокус только на том, на чем мы хотим. Кстати, мне показали в конце уже, когда это вот даже вот сессия, да, она была, четко ощущалась. 30 минут у нас было исцеление. Потом нас переключили на наполнение, а потом четко пошло такое расширение, зазвучала сердечная чакра, и пошли потоки уже на планету, на человечество, и выход пошел. Мне показали нашу группу, показали вот буквально вот все-все поле наше и поле каждого из вас как единое целое, что нас перевели в новую ветку реальности. Это о том, о чем мы говорим. Не важно, что вокруг происходит, важно, что происходит у нас в голове. Вот то, что мы себе захотели, то мы и смотрим. Поэтому задача выбирать все самое лучшее, что только мы можем себе вообразить. И не стесняться в своем воображении, не скромничать. Нам доступно абсолютно все. И мы должны прожить эту нашу жизнь максимально красиво, качественно, в любви, в гармонии с собой, с миром. И так, как мы хотим. Передаю слово. Пожалуйста, берите микрофончики. Сейчас всем повключаю. Берите Наташу. Наталочка, слушаем тебя. Хорошая Ленка. Сердце. Ты такая красивая, Агата. Это чудо. Благодарю за твой труд, за твое огромное сердце, душу. Я просто смотрю, у меня глубины на просто какая-то нам. Наталочка, тормозится скорость, Наташа, плохо тебя слышно. Наталочка. Наталочка, тебя не слышно, скорости нету интернета. Наташа, в дороге прервался интернет. Берите микрофончики, у всех включены. Ой. Доброго дня. Величайшая богини, феи, музы, творцы своей жизни. Вот я не сразу подключилась. Вот у меня там свои сегодня техники были, сегодня кишечник чистила. И думаю, чистый четверг, прям супер. Как раз. Вот. И хочу сказать, что такие интересные энергии сегодня были. И настолько вот простое подключение, да, я раньше, ну, очень много говорила слов для того, чтобы, ну, почувствовать поток, а сегодня он практически вот с этого слова «я есть», и благодарю Матушку Землю, благодарю Творца, и все, я прям внутри почувствовала, и
и поток внутри и снаружи вообще его почувствовала сегодня. И имею до сих пор что-то состояние благостное, интересное. И у меня, ну, сегодня по чакрам чистили, я сама их произносила. И прямо хочу сказать, вот ты сказала обратить внимание на тело. Мне почему все на левую сторону было. И там какие-то есть такие моменты, они у меня и есть. И я вот, мне было интересно, что будет к концу. И вот сейчас вот, пока Наталья или Элеонора говорила, я просто села, покрутилась, и у меня, ну, у меня там есть, оно там прощелкнулось опять. Ну, то есть движение есть, энергии как изнутри, так и снаружи, она входит и дает возможность там, ну, уйти зажатию определенному. Кстати, с левой стороны внизу живота болеть перестало. Ну, там это до проекции прямой кишки, буду говорить точно, что это было. Вот, и я благодарю за эту музыку, за эту возможность. Я благодарю, что я жива, и что мы здесь все живые, можем общаться на том языке и на той энергии, на которой нам приятно общаться. Вот. Я коротко все благодарю, потому что я еще там где-то. Благодарю, Леночка, Наташа, благодарю, Ага. Благодарю. У меня будет большая просьба ко всем, к тебе тоже. Особенно к тебе, потому что ты очень-очень тонко чувствуешь внутренние процессы. Отслеживайте, что будет происходить. Мы перешли сегодня на новый уровень сознания. Это 100%. Каждый получил подтверждение. Я видела золотой дождь, который на нас упал. То есть пролился золотой дождь. Я это видела. Нас благословили сегодня. И пошел поток на каждого индивидуально, на подключение на его личный канал. Это сегодня была активация на каждого. Нас сегодня благословили. Пожалуйста, не пропустите мимо своего внимания. Смотрите внимательно, что будет дальше происходить. Сегодня начались чудеса конкретно для каждого из вас. Пожалуйста, наблюдайте, что у вас будет происходить. Здоровье, отношения, работа, деньги. Все, нас благословили. Еще хочу договорить, что когда все вот по чакрам прошлось, и потом у меня с правой стороны я увидела красное, такое приятное теплое свечение, слева красное, а справа фиолетовое свечение, вот эти два потока, потому что до этого я иногда, когда сажусь в медитацию, я прям сверху иногда вижу крышку. И эта крышка не надо, а где-то вообще высоко там. И в конце, уже вот когда ты говорила, что давайте еще мы эти слова произнесем, я прям увидела, как вот это в золотое нас одели. И я в это время ходила, и как только я легла, ты говоришь, давай вот это говорить. И я прям чувствую, как вот этот вот золотой поток просто, ну вот, ну, если я его увидела, почувствовала, он пришел к всем, ко всем. Вот. Леночка, я тебе благодарю. И еще хотела сказать, в прошлый раз ты вспоминала название цвета. Оно мне пришло потом, это терракотовый или это что-то другое? Терракотовый, это вот. Потому что моя мама, вот она же тоже с Украины, и она говорила, вот терракотовый, она тоже этот цвет любила. Он и, понимаешь, это соединение оранжевого, коричневого, горчичного, я не знаю, как, и зеленого, наверное, там далеко. То есть это такой вот цвет, который соединяет вот именно, наверное, какой-то как единой цветовой гаммы, ну, на планете Земля, такой вот и Солнце, и Земля одновременно. Я благодарю всех, да-да, обнимаю, люблю. И удачи и счастья всем. Наташа, благодарю тебя. Да, терракотовый цвет. Цвет солнышка тоже. Вот когда смотрите фотографии, сколько там терракота, да, какие оттенки, какие переливы. Вообще, это просто вот этот свитер, я про него забыла, а потом нашла его. Лежал у меня уже не знаю сколько лет, и вот сейчас нашла. Наташа, обнимаю тебя, благодарю. И благодарю за твои слезинки, которые ты вытираешь, потому что это твоя чувственность проявляется. И она твой дар. Именно через твою чувственность ты имеешь вот такой мощный дар целительный, которым ты и одариваешь людей и благословляешь им свое пространство. У тебя действительно очень мощный дар целителя.
твое присутствие уже исцеляет. У нас, кстати, облака появились. Вот это да, награда какая. Сережа. Доброе утро еще раз всем. Благодарю Елену и Агату. Всех рад слышать и видеть. У меня сегодня с утра интересно. Первую часть я прослушал спокойно, а потом, когда началась вторая часть, я не знаю, что было, но у меня меня отвлекали по-любому. Вот там этот туда-сюда, иди подойди, куда позвони. Кто-то звонил, кто-то что-то еще. Я так прям держал себя, чтобы прям вот не сорваться, чтобы спокойно, спокойно, спокойно. Когда раз, потом все успокоилось, я сел. Вторую часть, половину уже как-то вошел в это, в поток. И когда я говорил, я есть, я когда вдыхал, я и есть. Мне казалось, что как вселенная, как бы вот она, вдох, это, ну как, сворачивание, разворачивание вселенной, то есть вдох и выдох, вот почему-то такой вот образ такой возникал. Потом еще ближе к концу я спокойно сидел, у меня почему-то руки, как будто вот в воздухе какие-то манипуляции начал делать. Даже, ну просто как будто вот что-то переставлял, вынимал, куда-то ставил, вот такие вот были манипуляции. Потом в конце, когда сказала все, пришла такая фраза: «Сила света в твоих руках исцеляет». Вот я сегодня коротко. Благодарю. Вот тебя и благословили, Сережа. Видишь, как сила света в твоих руках. Вот тебе и пришел твой голос, о котором мы сегодня говорили, да? То есть убрать блокировку, понять, что эта личность блокирует, и разблокировать свой голос. Но сегодня, я думаю, что у всех разблокировали слышать внутренний голос и слышать своего Бога внутри. Вот тебя благословили. Видишь, тебе так и сказали прямо. То есть ты сегодня на сессии начал слышать свой внутренний голос. Я еще интересно, я записался. Сейчас пошел на курс ораторского искусства. И после Нового года открытие природного голоса тоже хочу туда пойти. Так интересно. Вот, ты вот нашу группу, которую я закончила, да? Вот эту вот, в Калалите. Нет, ну, с другой стороны, от других людей пришло. Ну, я размещала тоже у меня на канале в группу «Раскрытие природного голоса». Да, изумительная помню. Группа, изумительные люди. Вот я прошла, и я искренне рекомендую, кто хочет, это не хотите профессионально, конечно, можете заниматься, но смысл какой, что наш голос нас исцеляет, то есть нам действительно нужно владеть своим голосом. Я пошла туда, потому что мне нужно было раскрыть этот голосовой потенциал. Мы же исцеляем себя через свои вибрации, собственные вибрации. И нам нужно почувствовать этот голос, чтобы этим голосом достучаться до своего тела, да? И этим голосом создавать новые вибрации, этим голосом исцелять. То есть мы же, вот как Петр Горяев говорит, да, не обязательно там что-то говорить умное, это можно вообще, человек не поймет. Но через волны своего голоса, через простое объяснение, именно через подачу голоса мы достучимся до сознания, достучимся до тела. Поэтому вот раскрытие именно природного голоса, я считаю, что это вообще, это должно быть просто в школе. Не как у нас уроки музыки были, да, они бестолковые были абсолютно. Сама была учителем, знаю, что это такое. Вот. И дать именно вот раскрытие природного голоса, дать почувствовать индивидуально каждому ребенку, раскрыть свой голос. Он тогда поймет, что он сам по себе, он творец, он целитель, он своими вибрациями начал создавать себе свой мир. А у тебя вообще отец певец, поэтому... Ну да, он поет, музыкант. То есть тебе вообще 100% должно быть. Как говорил известный деятель советский сейчас, Шалом Амонашвили, в школах будут уроки
яснознание, ясновидение. То есть это так и должно быть. Ну вот, ребятки, и готовьтесь. Учитесь, чтобы потом преподавать в этих школах. Вообще, на самом деле, у меня, когда дочка там плакала, ну, знаете, да, у меня семья из Украины, и понятно, какая там ситуация. И когда дети по полдня сидят в бомбоубежище, это не учеба. Вот. И, естественно, внучка ей 11 лет, она ходить в школу не хочет. Но нету смысла вот в этой школе, когда ты сидишь полдня в бомбоубежище. Просто нету. Общения нету. Сидят дети в этих играх, да, то есть, ну, я говорю, и у него огромный протест на школу, я говорю дочери, а смотри, у тебя дочка все правильно говорит, у нее протест искренний, настоящий, ребенок уже понимает, что эта школа бестолковая, бесполезная, нечего там тратить время, и что она занимается? Она занимается греблей, она занимается гимнастикой, она занимается всем чем угодно, только не школой. То есть она умная, грамотная девочка, она схватила там, что надо, но она не хочет заниматься, она прекрасна. Вот это вот нормально, это нормальный подход. И я дочке своей сказала, Риату, я внучку поддерживаю. Я сама работала в школе сбежала оттуда, потому что это просто это дебилизм самый настоящий, что там происходит, и как там учат, и чему учат. Вот. Поэтому вот готовимся. Вот наша группа, да, мы только начинаем жить, вот в этом возрасте самом шикарном, мы только начинаем жить. И мы можем освоить, вот я этого мужчину, да, выставляла, 81 год, начал учиться на пианино, сейчас ему 86. И он не думает, когда ему уходить, он просто живет. Поэтому у нас сейчас все, вот смотрите, Гарри Поттер, когда был написан, да, вот все известные произведения, да, Алиса в стране чудес, когда люди уже в возрасте это все создали. Когда они уже пришли к какому-то осознанию. Поэтому вот. Я вчера вот. Читать начал. Поэтому, еще раз. Ну, смотрите, ведь там же наша жизнь. Это же все про нас, абсолютно. Просто мы сейчас по-другому это осознаем. И теперь наше знание мы можем в этой игровой форме донести. То есть мы сейчас, в принципе, готовим школу. Вот Элеонора у нас художница, да? Агата у нас музыкант, я там все в кучу. Сережа, ты шикарный педагог, то есть у тебя подача великолепная. Ты объяснишь, достучишься до самого сердца, до самой души. Образное мышление, вибрационный фон, у тебя все. То есть мы готовим здесь уже практически в эту базу, которая, она скоро наступит, а там кажется, что это вот через 100 лет, ничего подобного. К 30-му году все будет по-другому. К 27-му году уже все изменится. И будут нужны люди такие, как мы, когда будем мы говорить на уровне духа, на уровне души, а не на уровне, я не знаю, робота, вот как сейчас общаются с детьми и что с ними сейчас делают в школе. То есть исполнители воспитывают, а мы будем развивать то, что, чему мы сейчас учимся сами. Вернее, мы воскрешаем в себе это все. Воскрешаем, вспоминаем, учимся, пользуемся и потом передаем детям. А они впитают, потому что они почувствуют искренность всего этого. Поэтому вот наша бригада, мы готовы как бы к следующему шагу. Кто сказки будет писать, у нас же сказочники тоже есть. Я еще добавить хотел, у меня младше 10 лет ему, но вот у него тоже такой протест к школе, ну такой совершенно отчетливый, явно. Я это все понимаю, я на него не жму. Недавно он мне говорит, папа, ты знаешь, у меня такие вещи, я сначала вот что-то у меня в голове представляется, а потом это происходит на самом деле, вот я вижу, как это случается. И причем мне уже несколько раз об этом говорил. Говорит, папа, у меня вот я сначала что-то приходит, какая-то картинка, а потом оно случается на самом деле. Говорю, очень интересно. А потом мы с ним стали встречаться в снах, то есть я с ним разговариваю, он со мной, мы потом просыпаемся и... Ну, так, обмениваемся. Один раз у меня вывел из сна, как-то у меня обычно не бывает каких-то картинок, таких, ну, снов, ужастиков, да, это как-то мне приснились, это прям там целый ряд шел каких-то картин, вот, и проснулся именно от его голоса, он меня разбудил, как будто во сне я проснулся, весь там, ну, как-то в таких мурашках, да, от того, что, ну, слышал отчетливый голос. Потом утром к нему подошел, говорю, Миш, как спал-то? Он говорит, да я проснулся ночью, хотел к вам прибежать. Вот, что-то тоже почувствовал. Ну, то есть тут такая вот какая-то интересная связь. И, ну, у детей она проявляются какие-то вещи такие интересные. Интересно просто дальше это развивать, смотреть, как это все будет. Ну вот, смотри, у тебя уже есть понимание более глубокое. Мы практически год вместе, да, и каждый уже, вот оглянуться год назад, это совсем другой человек сейчас. Вот мы год прожили, да, и хочу вас поздравить не только с Новым годом, а завершением нашего вот этого вот
нашего года, да, группового, потому что мы прошли огромнейший путь, и каждый теперь уже может быть ценностью для своей семьи, для своих детей, для своих внуков, и уже заложить то, что, ну, с чем им дальше идти. Это понимание, да, то есть вектор, потому что мы вот, мы еще были у нас какие-то ориентиры, да, потом поколение было без ориентиров, но мы теперь можем задать вектор, правильное направление, как мыслить. И завеса действительно спадает, мы уже не чувствуем той завесы, вот эти твои видения, да, его ощущения, эта завеса спадает, нас миры начинают соединять, мы скоро будем жить в нескольких реальностях сразу и свободно между ними передвигаться, вот как в фильме «Валериан и тысяча планет», да, «Город тысячи планет». Вот, если кто не смотрел, посмотрите. Но нет, это же не вообще не фантастика, совсем не фантастика. Это все вот про переходы между мирами, вот все про взаимодействие. И сейчас вот 24-го года начнут приходить энергии, они будут стучаться в каждого, вот буквально в каждого. И нам важно не пропустить, не прошляпить те энергии, которые реально наши, вот с какими комфортно и с какими мы будем дальше взаимодействовать. Будут приходить чувствования, новые ощущения, какие-то там подсказки, идеи. И то, куда комфортно, туда идти. Потому что все строится на энергиях. То есть может прийти энергия, а ты даже не знаешь, что делать. Хорошо, проспрашивай дух. Вот я куда могу эту энергию, куда я могу ее пристроить и как я могу с ней взаимодействовать. То есть будут стучаться именно в энергетическом плане, приходить разного рода энергия. Надо уметь их различать. То, что не надо, в общем, нафиг с пляжа, как говорят, да. А все, что вот надо, то это вот к нам в копилочку, вернее, даже не в копилочку, это сразу в действие. Сразу запускать действие, потому что мы вправе выбирать, но энергия тоже. Но не хочешь, но и она пошла себе. Да? То есть если будут качественные энергии, не пропусти для создания, формирования нового будущего. Еще вот по поводу, ты говоришь, видели, да? Мне недавно прислали видео, значит, там, где я была в Перу, центр, и показывают, значит, видео достаточно долгое. Уже ночь, практически ничего не видно, и там чуть-чуть только вот с окна идет свет на вот эти вот качельки такие, как детские, да, там три качельки. На качельках никого нету, вот просто никого нету. Я просто знаю этот центр, я там была, и я знаю, что в это время люди спят. Но кто-то там, видно, не спал и услышал какое-то там движение. Он подходит туда, а качельки сами по себе качаются, никого там не было. То есть вот это вот духи, и кто-то с параллельного мира, там эльфы, может быть, девы там развлекались, да. И это было видео, я не знаю, ну, минуты две, наверное. То есть это реально никого не было. И они переводили, вот они смотрели, может, кто-то есть, кто-то там уже задёрг. Но у нас таким заниматься там не буду. Никто там за ниточки не дергал. То есть а качели сами по себе, причем в одном ритме, один размах, и они себе спокойненько качались. Вот вам, пожалуйста, соединение миров. То есть оно происходит уже реально. Мы скоро будем видеть уже другим зрением, внутренним зрением, мы будем видеть тот мир, который нам сейчас пока не виден, но мы уже можем его чувствовать. Почему у нас сейчас такая сильная чувствительность, да? Почему мы соединяемся с этим? Потому что это ворота вот в тот другой мир. Личность нам не даст это почувствовать, увидеть. А я есть открывает ворота, вот бесконечность, безграничность. Как ты правильно говоришь, мы вдохнули Вселенную, да, через точку сингулярности и развернули ее в себе. В принципе, мы и есть Вселенная. Но мы сделали соединение оттуда, взяли в себе и выпустили в себе, вот в свое пространство, то есть наполнились вот так. Все правильно сказал, так и есть. То есть через «я есть» мы соединяемся со Вселенной. Так что учись шаманизму и будешь шаманов расти. Благодарю, Сереж. Благодарю. Так, всем включаю микрофончики, кто у нас хочет, кто желает, кто торопится. Можно я? Всем здравствуйте. Давай, Леночка. У меня перебой с интернетом, постоянно выбивает, я поэтому покороче. Очень благодарю, Леночка, тебя, Агату нашу солнечную, всех участников. Великолепная, великолепная сессия энергии. Чувствовала очищение, наполнение, расширение, прям необыкновенно. И действительно, Элеонорочка, она поддерживаю в том плане, что
она говорит, что ты великолепный учитель. То есть у меня, ну, ты все время говорила, надо не представлять, что что-то вот будет, вот, случиться, а что уже это есть. А, ну и все время я есть, говорила, я не забывала. Вот, но все вот, все время у меня какие-то видения, ну, я сама себе говорила, почему я не понимаю, я не понимаю, я не могу расшифровать. А сегодня мне прям вот пришло, то есть то же самое все, я вижу, не понимаю, но я себе говорю, я понимаю, я расшифровываю. То есть я дала себе такую установку, вот, несмотря на то, что я раньше вот про нее и ты говорила, ну, я знала, но не приходило это применить в действии, так сказать. А сегодня прям по наитию пришло. И я поняла, что это работает, что это действует. Вот. Ну, классно. То есть это действительно так. Вот. Сергея, как и Сергей, тоже хотелось руками двигать все время. Вот сижу просто, как-то не особо что-то происходит интенсивно. А вот руками что-то двигаешь, какие-то движения. Прям классно все шло. Вот. Необыкновенные картинки, ощущения, окрыленность, радость. Радуюсь очень, что мы все вместе, все мы друг друга поддерживаем. Ну, в эмоциях я в огромных. Я счастлива, что я с вами, с тобой, с Агатой. Вот. Тоже хочу сделать комплимент про терракотовую кофточку. Услышала краем уха, там меня выбивало. Леночка, прекрасно выглядишь. И Агата. Агата тоже прекрасно выглядит, как всегда. В общем, всех люблю, обнимаю. Ну, все, прощаюсь, а то, боюсь, меня опять выбьет. Хорошо, кстати, Леночка, ой, благодарю тебя. Лен, да. И то, что вот, то, что я давала себе установку, я все понимаю, и вот вижу картинку, я это вот так вот, и у меня прям слезы на глазах, я такая про себя, о, точно, я понимаю, это вот так вот реагирует тело, вот так вот надо действовать, так надо. И сегодня еще в конце тоже мне прям пришло, в спирали я нас видела, что все вот мы, и пришло то, что опять же таки ты учишь этому все время, надо самим работать над собой больше, и мне, у меня прям озарение было, вот я сейчас увидела вот этот каналчик, да, а дальше уже работай, и, ну, и мы поможем, ну, с Андромеды пришла, Лен, вот даже заплакала я. Я рада, что у меня тоже вот что-то открывается. Я такая, ой, канал. И прям слезы, я точно. Все, теперь все. Целую, обнимаю. Благодарю. От всей души. Да, Леночка. Благодарю тебя, родная. Благодарю, потому что очень точно подметила. Сразу сейчас скажу про программы. Да, вот у тебя была одна установка. Дело в том, что мы были запрограммированы. Да, то есть у нас... Вот эту личность, про которую я говорила, она действительно искусственная, она создавалась. Если вспомните Тарзана, да, Маугли, вот они как попали в какую среду, то они получили. И нас точно так же, с самого детства ребенок впитывал уже через чувства, когда он еще не понимал, о чем говорят, да, через чувства все впитывал. То есть мы вообще как промокательная бумага, мы впитывали все от родителей, от школы, от общества, сами себя накрутили, вот и получилась искусственная личность. И эта личность вечно что-то боится, вечно что-то пугается, придуманного пугается, да, то есть вообще не, то есть она сама придумана, и придуманных страхов пугается, этой придуманной иллюзии пугается. И программы записаны в нейронах, и когда мы начинаем делать все наоборот, вот реально возьмите себе за правило, поиграйтесь, посмотрите, как это работает, это шикарно, матрица просто летит сходу, если мы начинаем делать все наоборот. Я, например, сегодня утром встала и пошла задом наперед в ванную комнату, да, не прямым ходом, а задом наперед. И все делала, вот все через как-то не так. Понимаете? То есть все делала не по-матричному. Все перестраивается, то есть вам идет ломка старых нейронов, устанавливаются другие нейронные связи. То есть мы переписываем свои мысли, мы перезаписываем свои установки сами себе, выбираем то, что мы хотим. Вообще лучше всего не придерживаться никаких установок, да, есть одна истина, это я есть,
и я творю. Вот это все. Все остальное приходит по мере роста. То есть для сейчас, сегодня для нас одна истина, и это мы считаем правдой. Завтра будет другая, потому что пришло расширение, стали больше видеть. То есть мы все время, у человечества нету постоянства, оно все время растет. И все, что мы создаем, оно тоже не имеет постоянства, потому что оно создано на основе мысли, а эту мысль можно перезаписать, можно ее изменить. Нельзя изменить только одно положение. Это я есть, и я творю. Потому что это вселенский разум. Это основа вселенская. Вот это изменить нельзя. Все остальное, то, что меняется мыслью, это все время. Хорошая новость. Теперь по поводу твоего ощущения, как ты прореагировала, пошел отзвук. Вот этого надо и добиваться во всем. Спрашивать. Когда пошел отзвук через тело, через ощущение, значит, ответ правильный. Тело обязательно скажет. И вот через это чувствование мы научимся все считывать. То, не то, главное правильные вопросы задавать. И потом слушать ответы, либо там спрашивать, это не это, да. Тоже можно перебирать разные варианты, и тело скажет. Вот, что еще? Да, и насчет канала, Леночка, ты сказала, активирован у всех. Не сомневайтесь, просто разрабатывайте. Запрашивайте выше «Я соединиться с вами» и прокачать ваш канал максимально, да, очистить его, расширить его на более объемное, благостное принятие энергии. То есть общаться просто со своим высшим «Я», это вы и есть, только там выше, ну, то есть на другом уровне вибрации. Вот. Общаться с ним напрямую, постоянно, задавать любые вопросы и попросить расширить, прочистить, прокачать канал для приема энергии, информации, для приема знаний. Вот что вы хотите, то пускай приходит. И поддерживайте связь. Самое главное ощущение, когда вы в благости, вы в контакте. Когда вы не в благости, то вы не в контакте. Поэтому поддерживайте ощущение благости. Это не о том, что мы постоянно вот руку на пульсе, да, и мы будем 100% вот всегда с улыбками ходить. Такого не получится. Мы все равно рано, ну, мы слетаем, да, то есть у нас есть какие-то обстоятельства, там матрица дергать начинает, вот. Но руку на пульсе надо держать и контролировать мысли и чувства. То есть игры будут продолжаться, нам главное управлять этим процессом. Не нами, чтобы управляли, а нами. Мы управляем, чтобы мы чувствовали огромное. Занесло, так-так, все обратно, обратный ход, все, я тут принимаю ситуацию, я понял, не туда зарулил, все, выравниваю ситуацию, благодарю высшие силы, благодарю, что-то подсказали, все, вижу, все хорошо, все во благо, все. То есть сами себе говорите, сами себе перенастраивайте, понимаете, что вы за рулем. Не пассажир, а вы за рулем. Так, берите микрофончики. Танечка. Да, всем добрый день. Желаю всем прекрасных новогодних праздников. Благодарю за сегодняшнюю практику. Благодарю за подарки, да, которые нам Вселенная посылает, потому что сегодняшняя практика «Я есть» — это подарок. Это подарок от нашего Творца, от наших ангелов, от всех, от всей духовной семьи, которая нас ведет и нам помогает. Я это воспринимаю именно как благо, как подарок, как радость, как расширение, как возможности, в общем, как любовь и все самое лучшее, что может с нами произойти. Вот. Действительно, вот «Я есть», мы давно уже об этом говорили, и Леночка нам постоянно об этом говорит, но вот как сегодня, что можно это прям вот практиковать, это, конечно, это было впервые, и теперь, как я понимаю, надо на это больше обратить внимание, потому что «Я есть» — это «Я есть», то есть мы именно то, что «Я есть». Вот, и когда начинаешь это проговаривать, у меня вот все мурашки идут по телу, и волосы, да, поднимаются везде, и на голове, и на ногах, и на руках, и дыхание
прерывается, это говорит о том, что действительно это очень-очень сильная мантра, она работает. Работает на всех уровнях. И слезы на глазах, и все это откликается. Благодарю Леночка, Агата и всех участников за эту возможность, которая нам предоставляется через тебя, Леночка, через твое поле, через твой портал. Мы все присоединяемся и с твоей помощью расширяемся и видим свои возможности и начинаем больше верить в себя. Вот, это важно, это ценно, это, несомненно, каждому из нас принесет самое лучшее в следующем году. И прошедший год, это год именно духовных трансформаций, духовных практик с помощью Лены, где я находилась тут целый год. Благодарю вас всех и низкий поклон тебе, дорогая Лена. И тебе от меня сердечная благодарность за то, что я попала в это поле и целый год практикуюсь, да, человек, который, конечно, от этого был очень-очень далек, ну, как мне казалось. Вот, сейчас, конечно, я отношусь ко всему по-другому и понимаю, что насколько все меняется, меняюсь я, и меняется пространство, и все вокруг меня. Это все будет разворачиваться, а 24-й год, я уверена, он будет для нас еще более расширяющий нас всех. Всех поздравляю с праздниками, которые грядут, с настоящим и с будущим Новым годом. И со всеми этими энергиями, которые посылают нам на Землю, для того, чтобы мы, люди, чувствовали себя сильнее, важнее, ярче, раскрытие и проживали эту жизнь в счастье, в радости и в любви, чего вам всем желаю. Благодарю. Танечка, благодарю. Расчувствовалась. Я тебя понимаю. Я помню, как ты пришла и к чему мы сейчас пришли. Вообще просто небо и земля. Совершенно другой человек. Но это же еще и твоя работа внутренняя. Да, у нас приходит, ты абсолютно права, работать надо, как Лена сказала, работать надо, потому что нам ничего не принесут, мы сюда и пришли для того, чтобы, забыв себя, вспомнить себя и вернуться к той своей силе, которой мы есть. Вот сегодня в поле все ощутили, да, а дальше вы будете наблюдать. Я просто очень вас прошу, внимательно наблюдайте, что будет дальше происходить. Только в моменте, Танечка, ты это чувствуешь. Смотри, природа какая, что все будет говорить, что изменяется. Вот вы сегодня пойдете на улицу, да, или там с близкими, вы посмотрите, если у вас сдвиг произошел, вы четко увидите, у вас краски стали другие, у вас ощущения другие, люди другие, там общение другое, обстановка, все по-другому. И иногда появляется только красивое, там вы видите, в общем, мысли другие, все другое. Это действительно мы сегодня сделали квантовый скачок. И вы теперь понимаете, как это совершается. Вот эта сессия сегодняшняя, сохраните. Проходите ее множество раз, пока она у вас будет просто вот на подкорке, на автомате, чтобы вы понимали, как это чувствовали, чтобы вы могли передать другим, любому человеку. Это так просто. Делитесь с друзьями, заходите на YouTube, комментируйте, чтобы люди увидели, услышали. Люди же не знают, что делать. Они и ищут какие-то ключи, там, какие-то тайные техники. Ничего тайного нету, все очень просто. Оно просто на ладони, на поверхности. Надо просто людям об этом рассказать. А вы теперь уже сможете, потому что вы это прочувствовали, вы знаете, как это чувствуется. Это не на словах. Скажешь потом здоровье у тебя. Благодарю. Благодарю. Кто хочет у нас еще проявиться?
Я хочу, Леночка. Приветствую. Давай, ораторское мастерство, как Сережа, прорабатывай. Хорошо. Благодарю от души за сегодняшнюю сессию. Было очень мощное. Очень мощная. Вот эта практика, она прям волшебная, я бы хотела сказать. Таня правильно сказала, что прям это сегодня было подарком. Вот. Такое мощное расширение я получила. Знаешь, вообще хочу сказать, что декабрь месяц, он был настолько трансформационным, очень мощный, очень не всегда хороший, не всегда тело воспринимало его хорошо. Эмоции, конечно, не всегда так воспринимали, как хотелось бы. Но самое интересное, что последние несколько дней я отследила программы, которые во мне прям, знаешь, фильм «Матрицу» вспомнила, когда Нео увидел вот эти вот программы, да, вот эту «Матрицу». И у меня был такой вау-эффект. Я их отследила, я сказала, да, я это вижу, я принимаю, отпускаю, ну, в общем, убирала своими методами, которые я знаю. Понимаешь? И сегодняшняя сессия, она была, наверное, завершением этого года. Этим мощным, потому что потоки действительно были ощутимые очень сильно. Так, что там хочу сказать? Даже, знаешь, сначала, когда мы запускали, да, вот этот вот «Я есмь», когда ты еще даже говорила в первой части, уже шел очень мощный поток, аж затылок заломило, такие были мощные энергии. И ты знаешь, когда пошли уже с Агатой вместе, пошли вот в этот поток, а у меня, ты вот хорошо сказали про поясницу, да, с Кристиной, а у меня очень несколько дней сильно болит грудной отдел позвоночника. Вот прям, ну никак он за это, там прям клинит его и все. И я говорю, помогите, у меня, говорю, мне вот эту часть и энергию туда спускай. Я есть и энергию туда. Это, знаешь, вижу трехлистник. Вот, в области сердечной чакры вижу трехлистник такой большой. Работа, так, трехлистник. Я открыла глаза и начала рисовать, потому что пошел рисунок. Показали все чакры тела, показали все чакры, что они, ну, такие раскручиваемые, и знак бесконечности, на каждой чакре знак бесконечности. А сердечная чакра, вот именно трехлистник был в области сердечной чакры, и сначала она как бы шла такой небольшой поток, а потом пошел, знаешь, потом я закрыла глаза и увидела, что мне сюда поставили вот что-то темное. Я сначала испугалась, думаю, ой, темное. Я давай проверять, и я говорю, я работаю только со светлыми, я с темными не работаю. Они такие, не мешай. И я увидела, знаешь, как будто вот позвоночник, и, знаешь, на вдохе туда, как вот крючком забирает, на выдохе оттуда вытаскивает. И такое было ощущение, как будто я сижу без позвоночника, и потом на это место прям новый. Такие интересные вот картинки, ощущения были. А потом я увидела суть, не себя, суть, такого было бирюзового, голубоватого цвета, тоже это было необычно, такого кристаллического, прозрачно такого вида, и я увидела еще гуанинь, это была гуанинь, говорю, у меня мурашки по телу, вот, гуанинь, я решила с ней поговорить, она говорит, не мешай на разговор, она не пошла, то есть шла какая-то работа. Вот. Сейчас скажу. Так. Еще, Лена, еще был такой момент, у меня возникло какое-то прям проклятие, слово проклятие. И вот это вот убирали. Меня так штырило, колбасило тело так. Ну вот когда это все убирали, тело очень сильно реагировало. Сидеть я не могла, это все происходило стоя. Вот, даже пятки горели, подошвы ног очень сильно горели. Так, что еще там вспомнить? Про чешуйки. Чешуйками покрыли. Вот было покрытие чешуйками. Тоже очень интересно.
работа была большая, то есть в последний момент, вот это, то есть вот эту вот часть я видела как работа, а нижнюю уже в самом конце. Вот. И знаешь, в самом начале уже было сделано, сделано, сделано. Я говорю, что сделано, ты еще ничего не сделано. Я сижу, разговариваю в уме. Я говорю, еще ничего не сделано. Они говорят, вот эта часть уже сделана. И следующая часть. Вот такая сегодня была шикарная работа. Интересная достаточно. Света, тебе уже пора книжки писать про общение с Гуанин, понимаешь, про вот эти все вылазки там к этим драконовым. Сама ты наш дракончик, да, твой год наступает вообще. Да, ты дракончик. Ну, родилась я не в год дракона. Какая разница, ты дракончик. То есть та вот цивилизация, хранители знаний, ты к ним относишься, да? Ну и гуанинь, китаянка, то есть вы одно целое, понимаешь? То есть вообще та сторона, это твоя сторона, короче, драконовые гуаньинь, вот эти древние знания, да? Ну, Это все походу, твое. что да. Это для меня открытие настоящее. Вот Потому копай в что... ту сторону, Света, вот по этому резонансу тебя выведут. Вот сейчас идет поток, и говорят, что что сидишь, расселась, делай что-нибудь. Понимаешь, ты засиделась вот. Это я уже своим тоном сказала, понимаешь, но смысл тот, что засиделась, двигаться пора уже в этом направлении. Да, Да, Лена, они, я это уже конечно, понимала не прекрасно. Есть еще определенные моменты, да, которые тоже вчера был такой. Я не могла понять, почему я залипаю в фильмах, которые военные. Я залипаю в этих фильмах. Мне страшно, но я там залипаю, не, я не могу их не смотреть. Я там залипаю. И я отследила, вот знаешь, программу страха. Вот реально там вот этот страх сидит. Я его тоже вчера убирала. То есть, понимаешь, за эти несколько дней вот такое было ощущение, как будто изначально был набор информации, а потом вот эта вот распаковка, да, вот это интересное, интересное событие происходит. Конец декабря, я тут затеяла дома перестановку и все. И ты понимаешь, и порой работа встает, а выходит на первый план вот такие вещи. Поэтому очень интересно. ну вот смотри, программа страха, да, она у тебя сейчас вот мне показывают, выходит на передний план. То есть она, у нее много там составляющих всяких разных, да, но этот блок у тебя действительно есть. И ты смотришь, что для того, чтобы увидеть это, перестать бояться. Понимаешь? То есть ты должна на это смотреть просто как на факт жизни. Да, там Все. где-то было в прошлом вот это вот залипание, то есть, видимо, проживали, как-то в роду это было, потому что работа с родом была, да, и вот эти вот, прям я вчера вот четко отследила, думаю, ну почему я их смотрю, что меня сюда затягивает, мне же вот страшно, да, мне это, как будто бы я там проживаю эти состояния, понимаешь, и я вчера вот ее отследила, и мне прям, я говорю, ой, какая ты умница, какая ты молодец, погладила себя, поблагодарила, вот, но я так понимаю, сегодня было еще и раскрытие сердечной чакры, потому что поток Да, там тоже да. был очень мощный. Было раскрытие очень мощное, потом уже передали энергию на планету, на человечество и вывели, вот я видела, просто вывели, вот просто раз и вывели в другую реальность. А, и такие слова еще были, как там было. Все закончилось. То есть вот это ощущение, что все закончилось. Мы перешли, то есть и мы так оглядываемся, а там это все позади, вот это вот все, что вот это вот непонятное, оно сзади, не будем называть своими словами этими, вот это все осталось сзади, и мы перешли, мы смотрим, и мы такие, вот как будто это вообще, мы смотрим назад, и как будто оно нас, мы там и не были, вот такое ощущение, как будто мы там и не были, мы смотрим и думаем, что это такое вообще, как такое далекое, на далекое-далекое прошлое, мы смотрим, как на отголосок далекого прошлого. То есть мы действительно переступили туда, где уже все хорошо. Вошли в Да, то единственный пространство, момент, где что уже все. меня смутило, что вот это темное в груди, что это такое? То есть я не поняла до конца, но увидела вот это вот круглая такая, как печать какая-то. Она темная, ну и вот это меня, ну, как бы испугало. Я хотела убрать, но мне не дали убрать.
А я вижу это, знаешь, и похоже на этот, на коловрат, знаешь, вот этот вот, он идет против часовой стрелки, я вижу вот эти зубчики, понимаешь, то есть оно идет как коловрат темный. Да. А, говорят, преобразовать, преобразовать, преобразовать. То есть этот коловрат, который у тебя, ты сама должна запустить, преобразовать в свет. То есть это солнце, внутреннее твое солнце, ты должна его сама активировать, запустить. Да, вот подтвердили. Поняла? Там еще какие-то иероглифы идут, то есть темные. Это не значит плохо, он просто не активирован. Этот коловрат, он просто не активирован. Поняла? Твое внутреннее солнце. Оно там есть, оно проявлено, на нем какие-то иероглифы стоят, какие-то знаки, какие-то буквы по кругу тоже идут. То есть оно у тебя внутри. А что тебе надо сделать? Просто соединиться с Высшим Я и сказать: запускаю. Ты увидишь, как оно запустится, оно преобразует цвет в золотой. Да, мне сейчас показали, в золото преобразуется. И закрутится твоя сердечная чакра. Вот она сейчас раскручивается, прямо сейчас вижу, уже показывают следующий шаг. Она раскручивается, прямо такая мощная. Вот, и все, что все твои страхи отлетают, просто вот исчезают. Просто это, как это, твой внутренний генератор активируется. О, вот пошло вот резонанс. Внутренний генератор активируется. Внутренний генератор твоей личной силы. Активируется твоя личная сила, в которой ты пришла на планету. Активируется твой божественный потенциал. Прямо здесь и сейчас. Твое решение активировать. Дай команду. Будет активировано прямо сейчас. Закружилось колесо. Пошло, пошло. Все. Да, Лена, я почувствовала. Закружилось колесо. Активировалось твое внутреннее солнце. Светить будешь. Знания будешь давать, информацию. Лечить будешь. Активировалась твоя внутренняя сила. Сейчас поток идет большой сверху. Ой, очень. Сейчас пришли слова. Сделано, сделано, сделано. Все, произошло. Произошло, произошло. Вот. Вот этого не хватало, Лена. Вот этого, Леночка, не хватало. Фу. Сейчас пошла спираль от твоего внутреннего солнца наверх туда, к твоему «Я есть». Такая золотая спираль пошла, раскручивается. Прямо такое мощное установление контакта идет. Ой. Сверху до сердца мощный контакт идет. Прокачка твоего канала идет. Да, на рисунке я это нарисовала сверху и сердечно, а ощутить я это не прожить, не прожила. Все, активирована связь у тебя. То есть твое внутреннее солнце с внешним солнцем, с твоим «Я есть», мы соединены. А канал очень мощный, чистый. Проточность высокая, скорость проводимости тоже высокая. Ничего не бойся, говорят. Ничего не бойся. Ничего не бойся. Книгу показывают вверху, ты в очках сидишь, книгу смотришь древнюю, в старом переплете.
листаешь, к знаниям каким-то придешь особым. Благодарю, благодарю, благодарю. У меня даже ноги. Я держу поток света. Он еще будет долго идти. Ты можешь пока сейчас отдохнуть, посидеть спокойно и дальше принимать поток. Он тебе сегодня что-то покажет. А потому что я даже говорить не могу. Да. Дыхание перехватывает. Да, да, идет поток. Побудь, пожалуйста, в этом потоке, принимай. Тебе надо его максимально принять, соединиться с ним. У меня такое ощущение, что ноги к полу приросли. Это поток идет. Чтобы себе помочь, просто дыши. Да, вдыхай его в себя. Принимаю, принимаю, благодарю. Принимаю, принимаю. Тогда легче пойдет. Благодарю. Изнутри, да, идет. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю. Нет, это тебе дар сегодня. Да, вот Таня сказала правильно. Я, кстати, когда сессию, ну, вот это у меня мысли появились, да, то есть меня же тоже ведут. И мне тогда сказали подарок, вам подарок. А Таня озвучила это. Это тебе, Светочка, подарок. Я поняла, у меня сегодня были такие мысли про дары и про подарки. Запустили тебя, Света, запустили. Долго ты бегала от себя, запустили тебя. Небесная наша. Будь постоянно в контакте, нарабатывай его, слышь. Ручка, чтобы была, карандаш, бумага всегда рядом. Если начинается поток, сразу останавливайся, слушай, чувствуй, проводи. Может, сразу словами придет, а может быть, придет энергия, потом запросишь, скажите, что такое было. То есть у меня как приходит, у меня энергопакет, я потом вхожу в этот энергопакет и раскодирую его, в слова перевожу. Поэтому будь постоянно на связи, эти дни для тебя очень важны. У тебя пойдет большая распаковка, тебе надо успеть до Нового года обрести новые качества. Это мне сейчас говорят, у меня в животе загудело. До Нового года тебе надо обрести новые качества. Получить и закрепить их в себе. Ой, ну, с Богом, Светочка. Леночка, благодарю. Благодарю тебя. Благодарю Агату сегодня. Благодарю высшие силы, поток. Благодарю. Это знаешь, такое ощущение, как будто когда в ледяную воду заходишь, и вот этот вот дышать не можешь, перехватывает дыхание, и вот точно такое же ощущение, потому что даже это ощущение, что зуб на зуб не попадает. Проводи этот поток в землю, просто проводи матушку землю, легче пойдет, не задерживай в себе, то есть ты проводишь. Проводи, пускай он идет свободно, спокойно, видишь, как он проходит туда. И дыхание можешь помогать спокойненько. Это сейчас большая нагрузка, тело адаптируется, потом будет легче идти. Но через время снова будет большая нагрузка, снова тело адаптируется, снова будет легче идти. То есть постоянно тебе нагрузка будет расти. Но ты уже можешь принимать большой объем энергии, Света. Просто принимай, успокаивайся. Дыхание будет сразу у тебя забиваться. Значит, пошел поток. Значит, ты просто спокойно дыши. Ну, получается, да, вслед за потоком, спокойненько проводи, как идет, так и идет, спокойненько, не переживай. Оно все срегулируется. Тебя ведут, ты под полной защитой, не переживай и не бойся, ни за
что не пережила. Так, Лена, поток очень мощный. На голову прям, да, давит, и в ноги, да, как металлом, как они чугунные, такие приросшие к полу. Сейчас прокачаю тебя, вот меридианы твои, все вот органы, все-все, оно там все работает, на все работает. Прокачай тебя, возможно, у тебя будет чистка, не бойся, чистка пройдет быстро. Просто будет доверие. Ты знаешь, что вот сейчас этого момента, сегодняшнего дня, у тебя все активировано. Просто держи связь с верхом, все будет сделано как надо. Сейчас уже поток стабилизируется, сейчас уже успокаивается дыхание. Если захочешь подвигаться, потанцевать, пожалуйста, делай все, что тело захочет. Не сдерживай. Тебе нужно сейчас усвоить эту энергию. Тело может вращаться, кружиться, там, наклоняться. Главное запустить энергию во все тело, чтобы проводимость была хорошая. Лена, началось все с сегодняшнего утра. Сегодня утро было таким активным, подвижным. Что-то во мне прям такая шла... энергетическая мощь. Вот. Да, стабилизируется, я чувствую все. Ну и разговорная речь более-менее начала возвращаться. Да. Вот теперь ты понимаешь, когда я провожу сессию, у меня вот точно так же накрывает, да? Но меня я все время 24 часа под потоком. Но когда сессия, потому что поле усиливается, и у меня просто вот у меня тогда, что я слова сказать не могу, дышать не могу, говорить не могу. Ну вот, идет голова, так что ходит. Да, нормально. Качают, прочищают. Просто изъявляю. Если сильно будет давить, просто говори своему высшему я, что более мягко, более бережно, если будет сильно. Но я его сейчас в последнее время лично я не сдерживаю, потому что я понимаю, что я способна выдержать. И, скорее всего, нужно в более быстрое время пройти то, что нужно пройти. Поэтому я не сдерживаю поток, который идет у меня. Значит, если так идет, значит, так должно быть, значит, я выдержу. Но ты, если тебе некомфортно, можешь просто сказать, что более мягко, если можно. Леночка, мне не некомфортно, мне необычно. Мне необычно и непривычно. Ну, теперь будет привычно. Слава Богу. Все. Благодарю. Я все в себя пришла. И еще хотела сказать. Люди, дорогие Света, вот если начнет качать, не обращайте ни на кого внимания. Я сначала пряталась, там куда-то уходила, да, там пряталась. А потом просто вот люди, или там с дочками говорю, там, или там где там работаю, да, и меня качают во всем. Я говорю, не обращайте внимания, тогда нормально у меня. Они уже привыкли, не обращают внимания. Сначала что? А у меня бывало на лице, у меня как будто начинают там вот голову чистить или там глаза, у меня лицо просто ходуном ходит. Это такие мимы просто. И дочка говорит, мама, что у тебя с лицом? Я вообще ничего не делаю, это со мной так работает. То есть там вообще мышцы гуляют, это все видно. То есть видно. Я единственное переживаю, когда вот у меня работа, да, чтобы хоть люди не видели, как это у меня на лице во время работы скажут, какая-то пианистка странная. Ну, у меня уже мои привыкли. Когда меня начинают вот так вот крутить, я говорю, так, все, у меня, говорю, началось, поэтому не обращать внимания, продолжаем разговаривать. Нормально. Я слышу, только сказать не могу, да? Так что, Света, пускай это их проблемы. Не нравится, пускай уходят, а мы будем делать то, что нам надо. Да. Я благодарю за сегодняшнюю сессию. Вообще, за весь год, который я провела в твоем поле, в Агатином поле, в поле всех присутствующих. Ты правильно сегодня сказала, да, кому не нужно быть, те ушли, а кому нужно быть, они остались, потому что был период, когда я не ходила, лето было, а потом в какой-то момент, знаешь, случайности не случайно, я прям прыгнула сюда, меня вот что-то заставило именно в этот момент зайти и снова остаться, и каждый раз, ой, ну, мне же некогда, там надо вот что-то еще. Все, идешь и ведут. Ведут. Главное слушать это, слышать. И...
Поэтому... Да, вот сейчас ты говоришь, у меня так они радуются твоему вот этому возвращению, у меня же в животе загорелось. Да, очень радуются. Это же мы там, вы понимаете, что наши высшие я там собрались, да, и вот собирают нас вот этих вот цыплят, да, собирают в кучу. Они все разбегаются, Света пошла на огород, там кто-то пошел еще там что-то там делать, да, там кто-то пошел гайки закручивать, да, они снова в кучу, а мы снова разбежались, понимаете? А им что надо? Им надо, чтобы мы собрались здесь в кучу, потому что то, что мы здесь делаем, они сделать не могут. Они могут сделать свою работу, а мы свою, но мы это делаем вместе, поэтому в кучу надо держаться. Ну все, давай. Не задерживаю, да. Наслаждайся своими потоками. Благодарю. С наступающим Новым годом. Пусть все хорошее умножается, приумножается и ускоряется. Но оно так и будет, на самом деле, ускорение идет. Да. Вот, поэтому год обещает быть очень плодотворным. Поэтому всех с наступающим Новым годом. Пусть все экологично, самым наилучшим образом случается для себя и для окружающих. Да. Я всех благодарю. Мы себя сегодня подготовили. У нас есть на что опереться. Еще несколько дней проработать, закрепить, чтобы это было, вот, чтобы мы вошли в Новый год в полной силе. Я благодарю. Обнимайте, Леночка, обнимайте. Да. Ой, Леночка, благодарю от души прям. Агата, все, вас обнимаю. Всех, всех каждого. Обнимаю тебя. Так, девушки-красавицы, кто у нас забыл сказать, хочет сказать? Я прям на секундочку буду благодарить. На улице, к сожалению, сегодня не все присутствовали, меня тут отвлекали. Вот, мне надо сейчас просто ехать. У нас тут солнце, солнце! Солнышко! Я рада. Красота. Да, я благодарю, всех люблю, потом еще в личку все скажу. С праздником наступающим. С праздником, Светочка, красавица ты наша, волшебница ты наша. Обожаю тебя. Обнимаю тебя, с праздником. Обнимаю, люблю. Так, кто-то еще остался, кто хочет у нас сказать? Я хочу сказать. Давай, Олечка. Я хочу поблагодарить за прекрасный рабочий инструмент, который вы дали нам с Агатой. Вы вместе с Агатой нам всем дали инструмент на пути к осознанию себя, к работе с собой, к самостоятельной работе, к очищению себя. В эти дни, во все портальные дни, я чувствую грандиозную чистку себя вообще, что происходит чистка всех моих суставных дел и на ментале тоже в том числе. Замечаю, что сейчас, когда я уже осознаю, что срабатывает какая-то программа, сгармонизирую ее, и после этого в сухом остатке остается такое, скажем, более благостное состояние, чем раньше. Уже не метание, терзание, злопыхание, а уже что-то такое, не знаю, как сказать. Ну, в общем, такое более гармоничное, благостное состояние. Да, сознание. Вот, замечаю, что некоторые из тех программ, которые у меня были, они ушли. И, в общем-то, что их немало. Вот, и это очень радует. Вот единственное, что немного, от чего немного досадую, от того, что я не могу в процессе медитации концентрироваться, удерживать концентрацию на объекте, на посыле, на каком-то, ну, я вот оттуда слетаю почему-то и ухожу в небытие. И оттуда потом выныриваю и заново встраиваюсь в процесс. Ну, в общем, у меня не получается пока что как бы полноценно медитировать. Вот.
Ну, думаю, что со временем это придет. Олечка, ну смотри, сразу я сказала, фокус на дыхании, да, мы дышим, фокус на слове «я есть», а потом мы язык поднимаем к небу, это просто нужно попрактиковаться, к небу поднимаем, туда вот дальше, ближе к гортани, зацикливаем энергию, и глаза поднимаем, вот закрытые глаза, но мы их поднимаем на уровень третьего глаза, да. И в нашем поле зрения мы смотрим тело, мы его наблюдаем, то есть внутренним взглядом. Как бы глаза наши там вот, в той точке, да, но внутренним взглядом мы видим все свое тело. Это просто наработка. Если пока не получается поднимать глаза, Бог с ним. Если не получается пока там язык к небу, тоже Бог с ним. Главное, хотя бы держи в голове «я есть», улетаешь, возвращаешься. То есть это просто наработка. Сначала минутка, потом две, потом пять, потом дольше. На самом деле мы все улетаем. Ты что думаешь, что я не улетаю? Точно так же улетаю. Это наше свойство, это нормально улетать. И все мастера точно так же, они слетают, возвращаются, слетают, это нормально. Понимаешь? Мы же не роботы, у нас нет вот такой программы, вот установил себе все. То есть слетаешь на какое-то время, но ты себя поймал, ты улетел, вернулся. Все нормально. Это первое. Теперь, значит, переписываем твою программу «я не могу, но я все могу». Оля, я все могу. Если я есть, я все могу. Мы же сегодня утвердили и выбрали «я есть». «Я есть» значит, что ты все можешь, и у тебя все есть, уже есть. А мы проходим всего лишь опыт ограничения. То есть, представляешь, вот это вот как вот был богатый, например, человек, да, он решил попробовать, что такое быть бедным. Ну, не знает он этого опыта. Вот это вот он делает, вот мы то же самое. То есть у нас есть все, но мы не знаем, как жить не остатки. Вот мы не знаем, как быть нелюбимым. Мы не знаем, как быть брошенным. Мы не знаем, как страдать. Мы не знаем, как болеть. Не знаем. Вот мы хотим это все испытать. Поэтому это просто вот то, что мы проходим, это благо, которое нам надо через нашу личность, это ту маленькую личность, которая вечно страдает, которая говорит «не могу». Это твоя личность говорит, да? А «я есть», он говорит «я могу». Ну, реально я могу. Вообще нет ничего. Если в голове что-то появилось, то у тебя, например, есть позитивный, негативный какой-то результат, да? Они оба могут появиться, да? Но ты почему-то фокусируешься на маленьком, что ты думаешь, что ну вот только мне это по плечу. Вот только типа вот я вот на это и способна. Это эго говорит. Оно всегда нас уменьшает. Не дай Бог не вылезти за пределы коробки. Да? А то, что ты чувствуешь, вдохновляет, это твое «я есть». Так вот, держись, «я есть». И выбирай те мысли, которые вдохновляют. И сейчас ты научишься легко распознавать, когда тебя ужимает твое эго, да, и когда тебя расширяет твое «я есть». Ты начнешь различать. И когда эго начнет, там твоя личность начнет, да слушай, не ходи туда, да, это вообще-то ты не делаешь, не можешь ты ничего, да, скажет, ну, дорогой, ну, конечно, вот я тебя понимаю, ты за себя боишься, но я вообще-то «я есть». Я есть не ты, я есть. То есть не, я есть не личность, да, то есть в этом «я есть» присутствует личность, но я не личность, и я не мое тело. В моем сознании, в моем «я есть» есть мое тело. В этой жизни это тело, в другой жизни будет другое тело. Mm-hmm. И все. То есть расшири свое сознание, настолько расшири, что ты просто безграничная. Утвердиться в этом ощущении, осознании. И когда ты чувствуешь себя так, ты увидишь, что ничего невозможного нету. И все легко приходит. Потому что эго вечно хочет достать что-то там, натужиться там, что-то там, надо что-то руками там, локтями поработать. А когда все есть, оно просто есть. Оно реально все есть. Пришел и взял. Все. Как помните, раньше этих вот у бандитского мира было не верь, не бойся, не проси, да? Так же там, по-моему, было. То есть мы никогда ничего ни у кого не должны просить, ничего бояться, а верить только в себя. Там и дадут. Не в кого-то там верить, не в кого-то верить. Кто-то нам скажет правду, а верить в себя. Вот через этот резонанс, что вот
Лена говорила, что каждый сегодня ощутил резонанс внутренний. Это значит, мы слышим себя, мы слышим свой голос внутри, Бога слышим внутри через резонанс. Вот этот резонанс и говорит, что ты сейчас общаешься с Богом. Ты есть Бог, который внутри тебя, и ты с ним общаешься. И ты уходишь от этой личности. Она слышать не может, а ты можешь. Вчера произошло такое осознание, что все-таки немного понемногу начинаю себя слышать. То есть был запрос по поводу обучения. Обучение такое стандартное. Эго мне говорило: ну тебе надо, там скидки, бери, пожалуйста. Возьми, возьми, тебе хорошо будет. Я даже напрягла Свету. Надо, не надо. Ну там показала, что как бы надо, но вот. Ну, в принципе, хорошо все будет. Все будет очень полезно. В итоге, что-то внутреннее, внутри меня вчера, мне весь день я потратила на осознание того, надо мне это или не надо, но мне не дали энергии взять этот курс. Мне не дали. Вот окончательные действия мне не дали сделать. И все, я думаю, все, значит, мне не надо, вопрос снят с повестки дня. Прекрасно. И как ты себя сейчас чувствуешь? Легче, да? То есть ваш вопрос ушел, нету никакого сожаления. Ты знаешь, что ты правильно, тебе легко, да? Нету абсолютно. Я знаю, что я отказалась в пользу чего-то более интересного и нужного, действительно, ну, там с энергиями. Вот, и абсолютно не жаль. Если моему эго будет нужно, оно просто залезет в интернет, зайдет в YouTube, покопается и найдет уйму бесплатных знаний. Вот. Ну, дело бесплатно не совсем хорошо, безоплатное, да, то есть которые дарятся людям, лучше так говорить, да, потому что бесплатно это бесплатно. Да, безоплатные, которые уже есть, которые загружены, да. И да. Они... Да. Да, безоплатно. Да. Да, можно найти огромное количество информации, и при этом не забываем благодарить Вселенную и тех людей. Если я захожу на YouTube, я что-то прослушала, да, я обязательно оставлю лайк, если есть время, оставлю комментарий. Но я никогда не ухожу с YouTube, чтобы я не поставила лайк. Никогда. Человек сделал доброе дело, человек поделился, человек донес знания, потратил свое время. Я просто смотрю, когда у людей огромное количество просмотров, и у них нету лайков. Я думаю, ну как же люди, вы берете, вы ничего не отдаете. И вы считаете, что у вас что-то будет? Ничего не будет. Ну хотя бы лайк поставят, да? Это не потому, что машинально, это потому, что хотя бы... Потому что YouTube не видит, если мы не лайкаем, если мы не комментируем. YouTube не продвигает. Вот так, как у меня на канале. У меня нету лайков, у меня нету практически комментариев. YouTube не видит. А что, у меня плохая информация? Нет, у меня достойная информация, но нету поддержки. И поэтому как бы все зависает, да, то есть, ну, вот так вот. А если поддерживать канал, то будет развитие, и эта информация кому-то может пригодиться просто вот по жизни. Кто-то вот ищет, не может найти, а она кому-то пригодится. Поэтому, Оля, правильно ты сделала, правильно все рассчитала, а? Всегда должен быть энергообмен, правильно? Ну да, вот я про это говорю, да. Поэтому ты правильно рассчитала свое вот чувствование, да, нет, да, потому что мы бежим там где-то сэкономить, где-то что-то еще, а по ходу оно вообще, оно и не надо. А по ходу вообще самое главное играть в игру «я сам». Сам додумался, сам сделал, сам создал, сам сотворил. Понимаете? То есть находить тех людей, которые задают направление, да, то есть я никому ничего не учу, я подсказываю, но вы раскрываете себя сами, я ничего не, вот что-то, я не обучаю, я не занимаюсь вообще обучением, я просто направляю. Наша Света Таролог, она направляет, она показывает вектор, да, бери и делай. Тоже не для ленивых, то есть вот эта система не для ленивых, то есть там, ну да, Света рассказала, но без личного участия ничего не будет, ничего не свершится, да. Она не сделает за человека эту работу, он должен все равно сам что-то делать, попу поднимать и что-то делать, правильно? Ну, вот. Вот это про нас. А если мы там прослушали готовый рецепт, и у нас все изменилось, никакого не будет.
Ну, это не работает просто. Мне сейчас инструменты, которые работают со светом, очень помогают, потому что на самом деле у меня своих собственных наработок сейчас очень мало, энергии я чувствую слабо. Я говорю, я вчера весь день прислушивалась практически, ну просто вот ничем больше не занималась. Мускульный тест делала, что только не делала. Всячески прислушивалась и в одном виде мускульный, и в другом мускульным. И все равно никак. Вот. И поэтому все эти инструменты имеют огромное значение. Вот. И хочу поблагодарить за сегодняшнюю сессию Агату, за безупречное, безукоризненное звучание, замечательное такое, энергию просто зашкаливали. Я чувствовала, что у меня... как сказать, какая-то пустая стала голова после, как будто бы там, ну, чего-то недостает, что было раньше, отягощало ее. Вот, и чувствую какую-то легкость сейчас. Благодарю, Леночка, тебя за все эти энергии, Агату, всех-всех-всех за присутствие, за замечательное пространство, наполненное чудесными энергиями. С наступающим Новым годом, благодарю. Олечка, умничка, рассвета тебе еще лучшего, еще большего. Ты себя нашла, уже нашла, тебе надо просто дальше раскрываться. Я тебя благодарю за все твои откровения, ты прекрасно выглядишь, прекрасно светишься, с прекрасной улыбкой, просто умничка. Всего доброго. Всего доброго. Ну что, кто у нас еще есть? Попрактиковать ораторское искусство. Лена, может, я? Ораторского нет. Нет. I would like to say that I was very, very sad and very depressed today in the morning, yesterday also. And, you know, this is... Now not. After the session, I'm very happy again. I fulfilled myself with really good energies. Oh, there are children eating. Yes, I invited the children of Mustafa's family. That's by the way. I wanted to tell that I was not sure if I should play because my mood was absolutely so down. And they showed me really that I shouldn't because they switched off the electricity for some minutes. I could not provide this as I wanted. But after this, the first 15 minutes, I started to feel a very huge flow of bad emotions, flow out of bad emotions. And I was doing this first part very long. I don't know if you have noticed this. It was the same sound for 30 minutes, maybe a little bit difference, but small differences. And yes, the huge cleansing. And after this, full feeling with something very special, something divine from the universe. This is what I feel now. I'm very happy. And I wish you a very happy day. Агата, thank you very much, our beautiful shamanic lady. Я сейчас переведу, что Агата сказала. Она вчера, со вчерашнего дня, и сегодня, вот утром до сессии, она чувствовала очень подавленная, какая-то депрессия была у нее, тяжелое настроение. И вот после сессии она чувствует себя великолепно. И она не была уверена, готова ли она проводить сессию. Она все-таки начала, но там еще проблемы были с электричеством, с интернетом. И она начала проводить. И первые полчаса она чувствовала вот этот негатив, весь выходил. Я тоже, кстати, заметила, я смотрю на часы, когда идет смена энергии, мне интересно, сколько длится, какой период. Да, Агата, это было, it was around 30 minutes, it was just part, I know exactly, it was, yes. Это было 30 минут, это именно вот такое мощное ощущение, дальше пошло легко.
И, кстати, и заработала музыка, и заработал интернет, и электричество, и все встало через 30 минут. Вот. Да, и сейчас у нее все хорошо, настроение прекрасно, самочувствие прекрасно, она всех благодарит с Рождеством, с праздником, с Новым годом. Агата, thank you very much. Thank you. Thank you too. Second part, I don't know what you have done, but second part, it was absolutely amazing. It was clear sound, it was absolutely different vibration, it was as perfect as you can do always. Yes. Second part, yes. I was absolutely the changing of mood, really, from depression to high happiness, was like this, within this 1 hour. Of our session. No, this is please. Really a very huge space. Yeah. So bye-bye, Агата. Wish you nice day. Nice day. Вот видите, произошло просто переключение прямо на сессии. Что происходит в квантовом поле? Вот это оно и происходит. То есть у всех бывают какие-то сбои, у всех бывают какие-то такие, вот, знаете, матричные дела, нормально все, и мы его друг друга вытаскиваем. Так, кто еще хочет? Леночка, музыка. Да-да, здравствуйте все. Я сейчас... Здравствуйте. Покажись, Ну, буквально на чуток. Сейчас я попробую. Привет всем. Я просто с телефоном. Я с телефона, мне не очень удобно говорить. Я переключусь на голосовое сейчас. Слушала сейчас Агату. Я не понимаю по-английски, но у меня внутри так все улыбалось. Так, я такая счастливая была, не знаю, радостная. Вот. И благодарю всех, Агату, тебя, Леночка. И не хочется от ума говорить, и вообще не хочется лишних слов говорить. А сказать ей что? Я очень рада, что вот я через две сессии, получается, все-таки опять уже у меня выходной сегодня, да, и поэтому я от начала до конца присутствовала на сессии, и вот, а в прошлый раз я в четверги принимала товар, но у меня телефон все равно был включен, и там я почти не слышала, но звук шел. То есть я все равно проводила энергии. Вот. А сегодня я так рада, что все-таки я присутствовала, я была, я здесь, и я проводила. И есть что сказать. Я написала целый листочек по поводу сессии. Я что хочу сказать, что в самом начале мне почему-то стало клонить в сон. Никогда такого не было. То есть я тебя слышу, но я тебя не понимаю. И где-то я прямо как будто засыпаю, но не засыпаю. И потом, вот такое непонятное состояние сморило прямо. А потом я услышала твои слова, что для лучшего принятия энергии нужно сесть, чтобы позвоночник был прямой. И я тут же из этого полусонного состояния просто на диване села. Я не знаю, откуда у меня взяли силы. Видимо, мне помогли. Но это так было интересно. Я там была такая прямо вся на диване развалившаяся. И тут бац, я услышала, и как будто прямо такое вот, и все. И я тут же села, на диван, и какое-то время я чувствовала через ноги прямо вибрации, особенно через правую, иногда через левую. И так, и что я хотела сказать? Были картинки разнообразные,
сторону, что я запомнила. Пирамиду увидела я, пирамиду, а потом огонь, как будто запускался огонь в теле, в грудной клетке. То есть, ну, у меня есть такие слова, которые я писала, я расскажу подробнее. А потом пошли геометрические фигуры, цветок жизни, вот эти все, ну, треугольники, вот как они правильно там называются, да, ну, вот все вот эти сакральные геометрические фигуры пошли, что-то там еще шло. А когда Светлана Андронович, да, вы беседовали, у меня был синхрон с ней, ощущение, что я тоже была в процессе, не в таком, может быть, глобальном, не таком сильном, но когда вы там увидели коловрат, и вот, ну, естественно, видимо, все увидели, но такое было, как будто, ну, тоже синхрон, как будто и это имело отношение ко мне. И потом, когда это было запущено, у меня пришла картинка большое деревянное сооружение. Это вот когда, знаете, в деревнях, в горных почему-то, у меня пришли горы, когда течет ручей горный там из гор, да, и чтобы обогатить водой поля, и вот этот коловрат, вот этот круг деревянный, и там на нем идут вот эти плашечки водяные, и вот они под воздействием воды, они вот так крутятся. Вот у меня пришла вот такая картинка, что запустилась вот эта вода, и вода пошла на поля, да, то есть обогащать землю, и тут же пришла картинка, что все стихии заработали, то есть не только вода, там и воздух, и эфир, и огонь, и земля, ну, то есть вот все заработало. Так, вот. Ну, то есть синхрон был. И в самом начале тоже были энергии, видимо, так туго через меня это шло, потому что у меня болело и там, и там, и там, то правая сторона, то потом левая. А потом я очень сильно захотела попить, я выпила почти стакан чая и тут же начала кашлять, но не от того, что я подавилась, а я такая еще подумала, блин, ну, я сегодня мало пила, думаю, надо попить жидкости, да, чтобы проводимость улучшилась. И как я только это сделала, тут же у меня прошел процесс, я кашляла там в течение, не знаю, 50 минут, там, то кашляла, то не кашляла. Грудная клетка болела, и тоже было ощущение, что вот вместе со Светланой там было запущено, и когда... То есть, ну, я видела вот этот какой-то процесс еще до Светланы и вместе со Светланой, что там вот как будто огонь разгорается, да, в грудной клетке. Шеей работали. И интересная такая штука у меня происходит очень часто. Я как бы до сих пор не понимаю. Вот за ушами, на черепе... Очень часто у меня давит. Просто несколько лет назад я там тоже работала с одним человеком, и как я видела, у меня там много разных имплантов, которые вот выходили именно с тех мест около ушей, за ушами. Сейчас я не понимаю, что это такое. Возможно, тоже какое-то там это... Ну вот такие ощущения. Но сейчас, да... уже более мягкие энергии, и уже как бы вроде бы все такое так
гармонизируется. Там немножко где-то в левой стороне еще как бы подтягивает. Но уже как бы уже прямо хорошо. А слова я записала. Сейчас я вам их прочитаю. То есть это сразу после сессии, после Агаты. Альтернатива. Возрождение. Факел. Вот я прямо видела, как загорается факел. И сейчас мне пришло, это знаете, как факел, это вот когда на Пасху в Израиле, да, загорается, вот что-то такого. И факел загорается, жизнь заново идет, продолжается. Линия жизни. Линия жизни скорректирована гармонично, то есть произошла корректировка во время сессии. Я есмь, жар, тепло, каналы прочищены, проводимость увеличена, расстановка приоритетов совершена наилучшим образом. Реконструкция происходит поэтапно, вектор скоординирован, векторы скорректированы, заземление. Просят, чтобы относились бережно к себе. Раскрытие сердечного центра произошло. И такой процесс еще был. Он у меня не сразу выписался. Я не понимала, как оно, что. Ну, то есть слова подбирались, чтобы правильно примерно описать процесс. Ну, и у меня получилось, что шейные атланты ставятся и выправляются самым благостным образом в каждом. Ну, то есть шейными атлантами прямо тоже хорошо поработали, потому что это очень важная часть, да, все знают, что при родах нам их сворачивают, да, и вот с этим была на этой сессии тоже работа. Также с позвоночным столбом тоже поработали, позвоночный столб гармонизируется и укрепляется, тоже ощущение, что какой-то, ну, пересборки было, где-то, вот как Светлана говорила, полностью новые поставили, да, тоже было ощущение, но я не писала, думаю, как так, думаю, возможно, но вот, то есть в разных случаях по-разному с позвоночником полностью была произведена работа. И вот про дары и про подарки, да, вот которые на сессии, пришло, что распаковка багажа началась. Я прямо увидела, как будто, знаете, мы с тем багажом, с которым мы изначально в это воплощение пришли, и он где-то там был, он сейчас потихонечку начинается распаковываться. То есть мы дошли до этого багажа. Ему пора вот его уже открывать. Потихонечку это начинается. Базовые настройки скорректированы. Пирамида, цельность, целостность. Файлы перезагружены. Матрица на новом уровне. То есть тоже там перезагрузка. Я так поняла, что перезагрузилась матрица. Ну, то есть вот эта игра скорректирована. Ну, другой уровень там. Другие правила, условия, то есть, и, ну, вот это произошло. Принятие энергии, песнь звучная, песнь во имя жизни, звучные, земля животворящая, смех, лунная энергия, свет солнечный, объемные образы, то есть объемные образы, да, что сейчас начнем вот видеть вот эти образы совсем по-другому. Ну, постепенно это, естественно. Синхронизированные потоки. Емкость проводников увеличивается. Дух укрепляется. Игра. Играть. Играючи все делать. История жизни перезаписана. То есть тоже произошла перезапись. Вот. Работать со своим внутренним ребенком. Укреплять связь, быть в контакте, спрашивать чаще его, как ты, что ты хочешь. То есть сделать тоже упор на внутреннего ребенка.
своего фракталы, цветок жизни, сакральная геометрия, горизонт, расширение горизонтов. И очень важная такая штука тоже пришла. Мне прям, ну, вот показали. Программа «Жертва» разбита на кусочки и утилизируется. То есть она настолько была огромная, что пришлось ее разбить на кусочки, чтобы постепенно вот ее утилизируется. После того, вот после этого сразу же пришли время творчества, созидания, любви, благословения на всех, мир вам, аминь. И потом уже еще пришло аллилуйя любви. Вот. И вообще я пока вот разговаривали, я пела песню «Милая моя, солнышко лесное». Где, в каких краях встретимся с тобой? Ну, то есть тоже про голос говорили, да, и вот захотелось петь. Вот. Благодарю всех, обнимаю, с праздниками всех наступающим. Всем вдохновения, здравия, любви, финансового изобилия. Вот так. Леночка, говоришь на минуточку, а, короче, рассказала тут на полкниги. Ну, все очень ценное, Лена. Вот все, что ты говорила, слова, твои мысли, твое сознание, вот эта честность, что ты сначала легла, да? Я не рекомендую наши сессии лежа, сразу вырубят. Это надо либо стоя, либо сидя. И это должно быть действительно осознанно. Тогда это будет работать шикарно. Вот. Ну, в общем, тебя, короче, подняли, потому что действительно, значит, было так надо, чтобы ты прошла это вот не в спящем режиме. Слова, ну, это просто вот это вот повторение нашей лекции, нашей сессии, значит, получается, мы в абсолютном синхроне и получили подтверждение, что так оно и есть, что мы проговаривали, так оно и есть. Я чувствую настолько огромное облегчение вот после твоих слов, что всегда же у нас есть что-то такое, да, оправдали, да, вот действительно я чувствую, у меня очень сильный резонанс на твои слова, это действительно правда так и есть, и мало того, я вижу, как сейчас там вот буквально, ну, чуть ли не стол накрывают наверху, праздновать то, что вот мы совершили такой большой сегодня переход, это в конце года мы все-таки успели заскочить в наш поезд, вот как у Гарри Поттера, мы в него успели заскочить, ребята, я вас поздравляю. Мы поедем в волшебную страну в следующем году. Все. Да, сейчас подтверждают. Говорю в резонансе. У нас будет совсем другая реальность. У нас будет реальность, которую мы носили в сердце, в душе изначально. И мы ее проживем. И мы из этого воплощения, прожив все то благостное, которое мы мечтали прожить. Да. Так и будет. Так и есть. Леночка, еще раз благодарю тебя. Прошу слова твои, пожалуйста, занести у нас на канал. Mm-hmm. Почему? Потому что важно увидеть, прочувствовать, и каждый сможет по резонансу выбрать его слова, его вектор. То есть это поддержка, это кодовые слова, которые распаковывают нас изнутри. И Леночка доносит очень четко, мощно. Там для всех хватит слов, хотя бы 10 найти. Ага. Леночка, с праздником тебя тоже. Ага. Я хотела попросить, вот ты как раз сказала про YouTube на канале. Я зашла, посмотрела на закреп, где ты про себя пишешь. Хотела попросить, чтобы удобно было. Ты там тоже свой канал, где выгружаешь сессии, обозначь, чтобы мы просто уже после сессии туда заходили и просто лайкали. Подожди, так я на канале, на главном канале в Телеграм, я размещаю всегда ссылки, видео на YouTube, всегда. Да? То есть вы заходите просто по ссылкам. Ага, значит, я буду более внимательная, почему-то я это... Да, я на канале всегда, вот весь год я выставляю видео, сразу после сессии размещаю на YouTube, но замечаю, что наши
наши как бы решили, что все, они проработали на сессии, и все, можно на канал не заходить. Вот, и до следующего четверга. Но на самом деле много нужной информации, я немного ее размещаю, но она полезная. Вот. Да. А ссылки после сессии всегда на канале есть. Заходите по ссылочкам и оставляйте свои. Ну, потому что, знаете, мы действительно такое чудо создали. И ну, этим надо делиться. Мы с этого ничего не получаем. Мы лично ничего с этого не получаем. Но когда мы этим делимся, вот это поле нас поддерживает. То есть каждый четверг создается невероятно силы поля. Это же поле, оно создается и на YouTube, да? То есть и мы помогаем этому полю расти. Если вы считаете, что мы несем благо, то просто мы поддерживаем этот вот канал, да? Потому что без поддержки люди его просто не видят. Оно не считывает само пространство. Вот и все. Хотя даже информация стоящая. Я замечала у многих вот людей очень много хорошей информации, но мало просмотров. Значит, никто их не увидит, понимаете? Так оно и останется вот там вот. Папочки у кого-то. Вот. А есть много нестоящего, но там огромное количество лайков, ну, просто разная аудитория, я прекрасно понимаю. Но если мы будем поддерживать поле, да, поле будет еще сильнее нас поддерживать, потому что видит нашу заинтересованность. И по большому счету каждый поддерживает себя там. То есть я даже не считаю, что это мой личный канал, так же, как на Телеграме, не считаю, что там... Это наше совместное сотворчество. То есть и мы таким образом выражаем себе благодарность и тем высшим силам, которые нас ведут, понимаете? Устная благодарность, там, сердечко, пост, комментарий, неважно что. Вот важно, что мы тоже проявляем какую-то свою заинтересованность или свое желание взаимодействовать с этим полем. Оно же живое, оно нас слышит, и мы его слышим. Вот. А люди, которые увидят... видео, возможно, к нам подключится. А кто знает, может, там такие будут жемчужины, там такие будут бриллианты, которые еще и сильнее усилят наше поле, понимаете? Потому что каждый из вас, вот каждый, Лена, Таня, все, каждый чем-то помогает кому-то раскрыться, понимаете? Это не только моя заслуга. Я не могу вот все охватить полностью. Но каждый доносит то, какое-то слово сказал, какой-то посыл, какая-то вибрация. Как эта энергия, и до кого-то он достучался. А нам задача какая? Как можно больше людей перевести туда на новую ветку в реальности. Лучшую. Чтобы они не загнулись вот тут, где вот тут они проживают. Они понимали, что есть другой совершенно мир, и мы уже сейчас можем там жить. Дождать-то не надо вообще-то. Ленусечка, я тебя благодарю. Ждем твои слова на канале. Ага, да-да-да. Во благо. Во благо. Благодарю. Да, вот. Так, еще есть кто-то, еще дополнить, кто-то сказать? Есть еще кто-то? Леночка, можно я еще скажу? Я, Лена, хочу Леночку поблагодарить за ее вот такие действительно восхитительные слова-коды, которые, честно скажу, я не сразу вообще восприняла, ни с первого занятия. И, ну, вот насколько сознание было такое вот мутное. И сейчас, когда я слушаю ее, для меня это настолько ценная информация, что, ну, я прям восторг свой и свою благодарность, Леночка, тебе. Лена, музыка, я тебе говорю. Вот, поэтому огромное благодарю. Агату сегодня услышала. Как она говорит голосом, ее горящие глаза, ее прочувствовала ее душу, какая она у нее такая светлая. Вообще здесь настолько люди светлые и вдохновленные, поэтому я благодарю, что я нахожусь в этом пространстве. Вот, благодарю это пространство, я благодарю всех и каждого. Вот, всем огромное. Светочка, видишь, как нас высшие, я... Нас высшие я собрали, да, вот собрали, там Свету с огорода вытернули, там Лену с работы выдернули, с кровати подняли. Вот, собрали всех в кучу. Там Сережу пытались забрать с нашего поля, там дети, там шум и все остальное, он все равно вернулся. Да, вот практически в спину толкает.
Ну, матрица будет проверять, да, на устойчивость. А оно тебе вообще надо? А ты уверен, что тебе туда надо, да? А ну дай-ка я тебя проверю. Точно тебе туда надо? Да, еще проверять, еще будут долго проверять, я думаю. И последнее время еще хочу сказать, информация, вот кто-нибудь подкидывает обязательно, или я сама нахожу, вот именно сейчас вот какие энергии идут, да, вообще разъяснений очень много, не только на нашем канале, да, и везде. Сейчас очень много информации, поэтому, да, ценностей очень много. Не все это понимают. Так, кто-то у виска крутит. Ну, я и не всем не могу сказать. Такое. Поэтому, ну, есть узкий круг людей. Да, действительно нужно, чтобы нас было больше. Как можно больше. Быстрее. Да. Расширяемся. Вот эту задачу делаем себе, расширяемся. Угу. Ну, ой. Я не могу... Ну что, не все могу тогда все, да? Словами, потому что теряю, я говорю, не все могу еще сказать словами, теряю этот поток. Но когда... допустим, они такие сумбурные еще, такие не складистые, я бы сказала. Поэтому, ну, низкий вам поклон всем. Благодарю. Светочка, мы же не по бумажке здесь, мы не на выступлении на трибуне, мы же живой у нас разговор, поэтому вот как оно идет в потоке, оно у всех в потоке, поэтому все нормально. Я тебя благодарю, что ты Леночку благодаришь, потому что я... Когда вот первый раз услышала слова, и она начала их проводить, думаю, что она сидела вообще, что она молчала, у нее такой дар, она сидит, она долгое время вообще тихо сидела, она даже не проявлялась, она даже не говорила ничего. И потом так вот через раз начала проявляться, понимаете, вот с таким даром человек сидит, какой скромный. Так что, Леночка, мы тебя благодарим. Я улыбаюсь всю сессию, я радуюсь, я счастлива, и я всех благодарю. Леночка, ты наше сокровище, так же, как и каждый. Да. Да. Так же, да. Как и каждый. Вот просто теперь уже начали видеть, что ты действительно сокровище. Это действительно важно, это тебе подтверждение, понимаешь? Ты же вечно сомневалась, надо, не надо. Надо, Леночка, очень даже надо, понимаешь? У тебя есть то, что нет у нас, поэтому делись. Не жадничай. Все во благо и самым наилучшим образом для всех. Все светим, все радуемся, все созидаем. Благодарю тебя, Лена. Ну что, кто-то еще хочет? Все уже? Точно, все сказали? Ну, тогда на этой веселой ноте я хочу вас обнять, пожелать вам счастливого Нового года. Вы все бесценные сокровища, вы все драгоценные жемчужины этой вселенной. Это не шутка, это действительно так. Каждый настолько уникален, просто невероятная уникальность, невероятное сияние каждого, как алмаза. Я желаю вам, мы еще, конечно, встретимся на канале, в Телеграм, но тут вот желаю вам, чтобы все, что мы накопили за этот год, что мы приняли в себя, чтобы это послужило нам той отправной точкой, которая раскроет нас в новом году. И пускай раскрытие наше в новом году будет легкое, благостное, благополучное, красивое. Пускай красота вливается в нашу жизнь, пускай благополучие, финансовое изобилие, прекрасные отношения, радость, путешествия, о которых мы мечтали, посещение прекрасных стран. Мечтайте по максимуму, все придет, потому что мы есть, и у нас уже все есть. Ну, я вас обнимаю тогда, дорогие. Еще раз с наступающим Новым годом, с Рождеством, и до скорой встречи. И почаще заходите на Телеграм, там много вкусного.